Салам алейкум, брат мой Асланбек. В развалинах разбитой Азов стали смешались кровью мы с тобой навек. Когда не раз друг друга выручали из-под засад нацистского огня, где смерть готовилась накинуть капюшон. Ты за стропу вытягивал меня, а я расстреливал последние патроны. Желаю здравия, братишка мой Максим. Еще есть нацики, сидят в цехах завода, но без сомнений мы их победим. Врагов чеченского и русского народа я не умею много говорить, но повторю то, что давно услышал. Достойно будем воевать и жить, и да поможет в этом нам Всевышний. Для Мариуполя привычный диалог, вот где вся сущность, смысл, идея. Аллах велик, а значит цунами Бог, и только вместе все преодолеем, и только вместе мы один народ. Кавказ, Сибирь, Камчатка и Поволжье, Калининград, Донбасс, Владивосток и Малороссия, иначе быть не может. Калининград, Донбасс, Владивосток и Малороссия, иначе быть не может. Кончится.